любите мать, пока она живая. Как тот цветок, что украшает сад. Ведь для детей любая мать святая. Без мамы жизнь по-своему есть ад. Любите мать, пока она смеется, пока глядят на нас ее глаза, пока ее жизнь песнею поется, и счастлива от этого она. Любите мать, как солнце и природу, любите мать, как яркий свет зари, цените мать, как цените свободу, ведь мать источник истинной любви. Любите мать, она неповторима, она одна и ей замены нет. Она всегда желанна и любима, и не дай Бог погаснет жизни свет. Погаснет ее жизни свет, как пламя, что освещало жизненный твой путь. Потом лишь в сладких снах увидишь маму, ведь в жизни ее больше не вернуть. Цените мать, как песню своей жизни, как президенты ценят свою власть. Ведь мать — это не гимн нашей отчизны, которую бы в силе поменять. Когда мать рядом, ты — орел двухкрылый, по миру сможешь с гордостью порхать. Пока она жива и рядом с нами, спеши ее любить и почитать. А если ты, как глупое создание, внимание на мать не обращал и не спешил исполнить пожелания, которые ты маме обещал, тогда запомни истину святую, с годами жизнь промчится и твоя. И если обижал ты мать родную, то ждет такая участь и тебя. И если обижал отца и маму, то ждет такая участь и тебя. No.
את קן הבית דמעת תנשוק השלב אמא אל תפקי תמחי את כל פצעי השבר ראי ביתך הפכה Субботним утром 29 мая 2021 года на 91-м году завершила свой жизненный путь наша любимая, удивительная, добрая, мудрая и очень красивая бабуля Рахель Алишаева. Мы будем помнить ее всю свою оставшуюся жизнь. Светлая память. Минухато. Беганета. Сегодня мы после 7-дневного траура все собрались
навестили наших родителей. Они теперь вместе. Как говорится, пусть земля будет пухом. Вот эта земелюшка американская. А небо будет их домом.